Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Как же складывается сейчас личная жизнь актера Ивана Жидкова? Ушел от Екатерины Семеновой, развелся с Татьяной Арнгольц, ушел от гражданской жены. И кто сейчас новая возлюбленная Ивана? Актер Иван Жидков сумел зарекомендовать себя как звезда мелодрам, поэтому интерес к его личной жизни у большинства поклонниц не иссякает. Первые серьезные отношения актер строил с коллегой Екатериной Семеновой. Их знакомство произошло в театре, где оба тогда служили. По признанию Ивана, это была любовь с первого взгляда. И несмотря на существенную разницу в возрасте, а Екатерина была старше своего избранника на целых 13 лет. Она сумела надолго очаровать юного актера своим обаянием и харизмой. Однако в итоге Иван все же ушел от Екатерины Семеновой. Следующие отношения у него были с Татьяной Арнгольц, ставшей впоследствии ему супругой. Актеров познакомили общие друзья. На то время имя Татьяны уже звучало и было достаточно известно, чего не сказать об Иване Жидкове, ведь он только начинал строить свою блестящую карьеру в кино. Разговорившись, молодые люди удивились, что они, оказывается, на протяжении 3 лет жили в соседних домах, а так и не были знакомы друг с другом. Пара начала встречаться и в 2008 году официально заключили брак. Спустя год они стали родителями дочки Марии. Актерская пара не только были рядом и вместе, и дома, и на работе, ведь у них было большое количество совместных проектов в кино. Однако в 2014 году, как гром среди ясного неба, прозвучала новость о разводе звездной семьи. Татьяна и Иван старались не афишировать свое расставание. Они сумели разойтись мирно и остаться друзьями. К тому же Иван продолжает исполнять свои отцовские обязанности. Говоря о причине развода, Иван сказал, что чувства между ними уже угасли, но он продолжает уважать и любить бывшую супругу как личность и маму своей дочери. Потом последовали снова отношения с Екатериной Семеновой, но ни к чему серьезному они не привели. По некоторым данным, дальше у него был роман с актрисой Евгенией Лозой, но эти факты не подтвердились. А вскоре его девушкой стала Лилия Соловьева, которая на то время была еще студенткой. Они начали встречаться, а потом и жить вместе. Спустя 2 года у них родился сын Степан, но через год пара рассталась. Причины неизвестны. Хоть Иван и говорит, что на данный момент его сердце не занято, и он продолжает быть завидным женихом, но в сети появились кадры, где он с неизвестной молодой девушкой. Кто она и как ее зовут, никто не знает, но поклонники этого актера отмечают удивительное сходство с молодой Татьяной Арнгольц. Видимо, Иван любит такой типаж. Как бы то ни было, хочется пожелать этому замечательному и талантливому актеру побольше новых интересных проектов, конечно же, главных ролей, и обрести свое личное счастье. Пишите свое мнение в комментариях, любите вы этого актера или нет, и какие проекты с его участием больше всего вам понравились. Всех благодарю за внимание, желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. До новых встреч и всем пока-пока!